Зритель мой, здравствуй. Сегодня о самом главном и интересном, о человеческой жизни. Мы поговорим с министром культуры и национальной политики Амурской области Надеждой Драгуновой. Надежда Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите честно, волнуетесь? Да. А почему? Всегда волнуюсь. Ну, у вас уже часть профессии камера. Ну, не могу привыкнуть. Я человек не публичный. Хотя и должность такая публичная, подразумевает участие. А правда говорят, что вы раньше вообще как-то недолюбливали видеокамеру? Да, я их боюсь. И сейчас. И сейчас? Да. А почему? Не знаю. Почему люди боятся камеру? Нет. Что там? Ну что страшного? Она ж не ударит, не укусит. Наверное, я свое мнение. Да. Наверное, не хочется потом себя видеть. Я себе не нравлюсь. Я себя чаще всего не смотрю. Я смотрю только для того, чтобы понять, что я не так делаю. Что не так? Да, что не так делаю, как я говорю. Может быть, что-то для себя убрать, какие-то движения навязчивые и так далее. А вообще не люблю. Голос какой-то у меня такой. Это хороший признак, когда человек себе не нравится. Когда начнем уже друг другу нравиться сами себе, наверное, надо будет задуматься. Это хороший признак. Может быть. Ваше детство – это город Сковородино? Да. А Сковородино вашего детства каким осталось в памяти? Гудок тепловозный. Стук колес железной дороги, потому что мы жили там, вторая улица от вокзала, и постоянно это слышала. Локомотивное депо, в котором я бывала очень часто, потому что мои родители работали оба в депо. И музей локомотивного депо, духовой оркестр депо, ДК железнодорожников и парк культуры, в который мы бегали с подружками и друзьями кататься на каруселях. Есть все вкусное, что там было, мороженое. А что вкусное мороженое было? Мороженое. Мороженое. И томатный сок. Это прям воспоминание детства. Солью. Солью. Солью, как положено. Когда стоит соль, ложка, и ты насыпаешь столько, сколько ты хочешь. Соли было вдоволь. Да. Ну, вообще, детство – это счастье. Да. А из чего оно соткано, это счастье? Из мелочей. А каких? Мама, папа рядом. Есть друзья. Тебе разрешено гулять столько, сколько ты хочешь. Тебя никто не контролирует, как сейчас. Ты можешь ходить на речку с друзьями, кататься с гор на санках. Это любимое было дело зимой. Когда говорили, что в школу сегодня не идете, потому что на улице минус 40, мы кричали «Ура, мы идем кататься на горку». И мороз нипочем. И мороз нипочем. Речка. Когда ты наловишь рыбы, нажаришь ее это получается, мы не жарили ее, а вялили. Ага. На камне нарвешь. Ели, чеснока, животы не болели, ничего, все ничего было не болело. Прелесть. Из речки вода, чай. И вот так с друзьями постоянно. А у вас был дом на земле, квартира вообще, где вы жили? У нас была квартира в бараке на 4 хозяина. Типичные железнодорожные, эти казармы, да, вот, да, эти, как да, их называли раньше. Жили, у нас был двор, у нас был огород, у нас было хозяйство, мои родители держали свиней. Вы приучены, знаете? Мы приучены, да. К труду деревенскому. Да, копать картошку, полоть грядки. Угу. Я умею воду носить на коромысле. На коромысле? Да, с 9 лет носила воду на коромысле. Два ведра девочка 9-летняя несла на коромысле? Да. И куда ювенальная юстиция тогда смотрела? Слава богу, ее не было. Ее не было тогда. И мы убирались в школе. У нас были генеральные уборки, мы мыли рекреации, классы, школы, классы, и окна, и все что угодно. Все было замечательно. И мыли плафоны, так как я была выше всех, из девочек и из мальчиков в классе. Выше всех? Выше всех. Я постоянно мыла плафоны в коридорах и в классе, и... Все нормально, учитель тебя страхует снизу, а ты моешь, потому что ты выше всех. А ничего, что высокая девочка, не было ни комплекса, ни дразнили? Были. Вот это же Советский еще Союз. Каноны красоты другие были. Да, были. Были? Были комплексы, да. Когда до того момента, как на уроке физкультуры стали строить по росту сначала мальчики, потом девочки, нас строили всех вперемешку. И очень много лет я стояла первая, за мной все мальчики. Выдохнула я, когда после 8 класса все мальчики пришли совсем другие, они стали намного выше. Угу. После 7 намного выше. И тогда нас построили, я уже была третья. Угу. От начала строя. Уже полегче было. Мне было полегче, но вообще, да, очень сложно. Очень, ну, дети же жестокие. Жестокий народ. Да. Могут и дразнить. Дразнят,
каланча и так далее. Все это было. Все это было. Понятно. Сегодня много споров идет. Сковородино, в сковородине. Филологи разрешают. Как вам ближе? Сковородино. Сковородино. Да. Когда говорят, в сковородине режет слово. Режет. 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 Мне хочется... Я понимаю, что это правильно в сковородине. Но мне хочется поправить. Мы с детства привыкли говорить сковородино. Поехал в сковородино, поехал. Был в сковородино, да, люблю сковородино. Люблю сковородино. Любите сковородино? Люблю. Честно? Честно люблю. Ну, городок такой, между нами говоря, невелик. Невелик и не совсем, наверное, комфортный. И совсем казист, может да, быть. Да, и комфорт. Но там же детство прошло, там родители. Там все лучше. Там все лучше, да. А дом детства сохранился? Да, который барак. Где вы выросли, да? Да, да, есть, там живут люди. Иногда подъезжаете? Подъезжаю, смотрю. Ну и как? Такой больно, же, нет? Такой же, как и был, нет, не нет. Больно. А говорят, что когда мы были маленькие, деревья большие, а сейчас наоборот, и как-то немного бывает больно что-то, нет? Нет. Все нормально? Дом стоит, он крепкий, на удивление, уже там столько лет продолжается прошло. Жизнь. Люди живут, живут да. Живут люди, замечательно. У вас у родителей 3 сестры. Прям как по Чехову. Вы какая по счету? Я старшая. Старшая. А разница между вами? Со средней сестрой 2 года, с младшей 10 лет. 10 лет. Ну, честно, Надежда Анатольевна, со средней сестрой дрались? Да, еще как. Еще как. За что дерутся дети, тем более девчонки? А, да за все. Она была маленькая по сравнению со мной. Угу. Маленького роста и вся такая маленькая. Ну, и сейчас такая. Угу. Миниатюрная. Поэтому ей многое сходило с рук. Большую часть забот по дому на нее не перекладывали. Это была моя обязанность. А вам обидно было? А мне было обидно. Конечно. Из-за этого дрались. Дрались из-за того, что она всегда хотела быть со мной, играть с моими подругами, ходить туда, то куда хожу. Хвостом я, за вами. Да, мой хвост. И нужно было как-то этот хвост от себя обрубать. Да. Иногда. Поэтому иногда она получала затрещины, потому что... Не нужна она была мне в виде хвоста. Ну, до скольки лет примерно так дрались? Лет? Ну, лет, наверное, до 10. До 10. Мне 10, ей 8. Угу. Родилась младшая сестра, и уже по-другому. И вы были нянькой, конечно, да? Младшей сестры. Да. 10 лет я научилась пеленать, кормить. А мама на работу вышла, ну, сестре мыть, было. И кормить, да. И все как положено. 1,5 года ей было, и мама вышла на работу. Мы с сестрой средней учились в разные смены. Я в первую, она во вторую. И вот так мы менялись. Ну, сегодня вы все 3 уже взрослые женщины, но иногда вспоминаете детство, как дрались, да. Как там все это, смеетесь? Ну, а что еще остается? Теперь это смешно. А вообще, девочка Надя какая была в детстве? С характером. Ну, не скажу, что послушная. Днем с огнем меня не сыщешь. С мальчишками на заборах, войнушку. Угу. Ну, такая... Воля вольная. Воля вольная, да. Ну, немножко замкнутая. Особо я так нелюдимая. В себе. В себе, да. Ну, а родители, не знаю, 2 раза не повторяли же. Вот сказали там, 20 рядов картошки прополот сегодня. Это 2 раза как, не повторяли. Это как отче наш. Да, прибрать в квартире там все. Для того, чтобы ты раз навсегда это запомнил, на кухне, на ручке двери висела сетка, в которой носили продукты. И сетка иногда прилетала. И сетка иногда прилетала, если ты вдруг чего-то там не так. По Макаренко практически. Но вы книги любили читать? Да. Любили? А что книги давали девчонки из Сковородино? Может, уносили в какой-то другой мир или чего? Воображение. Оно же будоражит мечты и воображение. И ты в книгах ищешь какие-то ответы. На то, что ты там себе надумал. Угу. Особо сказки. Сначала сказки, потом фантастика. Ну, так. А потом много интерес возник к музеям. Я начала читать об этом. Выезжали мы, конечно, редко. В отпуск, если в отпуск, то к бабушке. Свободненский район. Недалеко. Да, Сычевка. Недалеко. Там другая жизнь. Там ферма. Более деревенская. Да, такая. Ферма. У бабушки тоже большое хозяйство, большой огород. Там другая история. Угу. В отпуск мы выезжали очень редко, чтобы за пределы Амурской области. Ну, с родителями ездили куда-нибудь. Родители железнодорожники, как я понимаю. Да. Бесплатные билеты. Благовещенск. Были. Ни Москвы, ни Санкт-Петербурга, ни там Черного моря, ничего не было. Да почему? Трудно жили. Материальные, наверное. Да, сложно. Угу. Вот
так вот. Говорят, в Советском Союзе все хорошо жили. Ну, я не скажу. Всегда от зарплаты до зарплаты. Да. Это точно. Вы рано уехали из дома, между нами говоря, учиться. Во сколько лет и куда? В 15 лет я уехала сюда, в Благовещенск. Педагогическое училище номер один, тогда оно называлось, имени Крупской. Вот туда я и поступила. 15 лет, ребенок абсолютный. Угу. Почему вдруг уже захотелось уехать? Захотелось попробовать. Мы с подругой, подруга моя Елена, мы с ней с самого детского сада. И решили попробовать, поступим, не поступим. После 8 класса мы поедем, поступим, останемся учиться, не поступим, вернемся, пойдем в 9-10. Ничего не потеряем. Ничего не потеряем. Приехали, попробовали, сдали экзамены, поступили. А как вас родители отпустили? Легко или не очень? Легко. Как-то всегда по жизни, ну вот я старшая, и ответственность какая-то у меня была, и не знаю, какой-то был у меня стоп. Или стержень. Стержень, да. Ну или какой-то стоп, чтобы тебе не попасть в какие-то плохие компании. Красные линии видели. Да. Красные линии видели. Поэтому я, может быть, сложно было маме, но она об этом мне не говорила. Но а как меня вы начинали свою городскую жизнь, общежитие, 15 лет, дурачки еще все, в голове ветер. Ну, чего тут говорить? Ну, еще плюс был в том, что я жила на тот момент, когда только поступила у тети родной. Она живет здесь в Благовещенске, я у нее жила 2 курса точно. А, вы в общежитии не жили? В общежитии не жила, я в гости приходила к своим девочкам. Но все равно соблазнов много. Мамы с папой нет, уже воли больше, ну, соблазнов больше, город. Не трудно было? Нет, не трудно. Трудно, как всем студентам, это было распределить. Финансы, да, финансовая грамотность. Вот сейчас всех учат, а тогда нас же никто не учил. Финансов было немного. Финансов было немного, родители не баловали, поэтому их нужно было распределить. Хотелось и что-то купить для себя, и что-то вкусненького. Да, и ты должен был питаться, покупать что-то для учебы. Ну, как-то вот так. А вы... Купишь что-то хорошее для себя, значит, будешь голодный. Будешь сидеть. Голодный уже, да. Вы кто по первому образованию? Учитель начальных классов, воспитатель группы продленного дня. Вот так. Да. Работали? Нет, только на практике. После окончания училища опять Сковородино? Сковородино. После окончания училища у меня родился ребенок. Это во сколько лет вы стали мамой? 19. Рано? Вот так? Да или... нет. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, вовремя. Потом бы мне не было времени. Серьезно? Ну, опять же, 19 лет. Ну, не ребенок, но еще совсем молодая. И мама. Трудно было, честно? Да, конечно. Все, жизнь поменялась, стала с ног на голову. Угу. Не спишь ночами, какие-то проблемы. То болезни, то еще что-то. Зубы, да, то да. Еще что-то. А вам кто-то помогал? Бабушки? Конечно. Там? Как-то вот. И моя мама, и мама моего мужа, они помогали. Активно помогали. Конечно, я сама в такой ситуации... Нет, я бы справилась, куда бы я делась. Угу. Но это ценно, что у меня была помощь. До 2 лет они помогали мне ее растить. У вас ну дочка. И позже тоже, да. Дочка. Личности. Понятно. И с кем вы начинали работать в Сковородино? Молодой педагог. Молодой педагог, когда ребенку исполнилось 2 года, нужно было выходить на работу. Меня брали в школу, приглашали. Но на тот момент был только 1 класс. И понимая, что с маленьким ребенком и взять 1-классников, это либо там, либо там. Либо мамой быть хорошей, либо быть учителем. Либо учителем. Я искала какую-то другую работу. И в детский сад пыталась тоже устроиться. Но там тоже были только ясельная группа, тоже такая история, когда очень маленькие дети. И увидела в газете объявление о том, что требуется библиотеку, центральную, районную, методист. Решила попробовать, пришла. Меня приняли. Вот началась моя библиотечная деятельность. В каком году началась ваша родина библиотечная? В 95-м. 95-й год. И вы сколько лет вообще в библиотечной системе отработали? 7 лет. 7 лет. От методиста до? До директора. До директора районной Сковородинской центральной районной да, библиотеки. Да. Этот путь я прошла быстро. Быстро? Да. Так за получилось. Сколько? Я пришла в сентябре. А в декабре я уже была директором этой библиотеки. А лет вам сколько было? 22. Товарищ директор. И как? Сложно. Сложно. Очень. Как всегда, тем более в те годы, финансирование какое там было, вообще ни о чем. Не было. Очень сложно. Район сложный, северный, разбросанный, большой.
Да, библиотек на тот момент было много, было 18. На тот момент прошла децентрализация, то есть все библиотеки отсоединились от центральной и стали самостоятельными в муниципальных образованиях, в сельских советах. Вот это я этот путь прошла, децентрализации, когда все на местах стали работать. Mm-hmm. Да, с деньгами было туго, заработную плату не платили месяцами. Приходилось договариваться с предпринимателями, то, что библиотекари брали продукты, а потом мы рассчитывались под мою ответственность. А зачем вы предпринимателям нужны библиотекари? С вас чего? Бартер какой? Нет, это просто была договоренность о том, чтобы люди не голодали. А, что продукт, а деньги потом... Продукты под мою ответственность, а деньги мы с заработной платы соберем, я вам все принесу, все, что мы у вас набрали. И собирали, и вы приносили. И приносили, да. Что, а куда деваться? Девочкам, некоторые девочки были одинокие, нужно было себя кормить, детей кормить. Ну, в библиотечной системе в основном девочки работают, ну, женщины. Да. Вам 22 года, а библиотекарям уже кому-то далеко за 50, и может за 60, вы им чуть ли не внучка для кого-то были, дочка точно. Трудно было выстраивать эти отношения? Вы руководитель. Не всегда, не всегда. Иногда трудно. А когда объясняешь человеку, что мы сейчас действуем в отношении наших читателей, в отношении нашей библиотеки, не в отношении каждого из нас. Угу. Ну, тогда как бы так становится проще, люди понимают, к чему мы идем. Когда человек с человеком поговоришь и объяснишь, покажешь ему конечную цель, к чему, тогда это становится проще. Тогда какие-то мои команды не воспринимаются, что какая-то там. Угу. Как ваша блажь какая-то. Да, там, соплячка чего-то хочет. Учит их жизни. Тому периоду жизни, скажем так. За что благодарна сегодня? Вот тому университету 7 лет. 7 лет. За умение договариваться, за умение находить выходы из самых безвыходных ситуаций, потому что их была масса, за знакомства, которые сложились тогда, и до сегодняшнего дня они существуют, за возможность учиться. Поняв, что мне нравится библиотечная деятельность, мне нравятся все процессы, которые происходят в библиотеке, мне захотелось знать большего и выучиться. Я поступила в Хабаровский институт культуры на библиотечное отделение и закончила его, и закончила с отличием. И я благодарна моим коллегам, которые... Я уезжала на сессии, я писала дипломные работы, курсовые работы, контрольные. Все. Я благодарна моим коллегам за помощь, за поддержку, ну, коллегам того времени. Я понимаю. А чему учат на библиографических, так сказать, факультетах? Вот чему вас учат библиотекари? Литературой. Большой пласт литературы мы изучаем от древнерусской и зарубежной литературы СНГ. Классификации, систематизации, анализу. Добывать информацию? Добывать информацию, конечно. Читатель может прийти и сказать, вот мне надо то-то, он сам не знает чего, вам надо догадаться. Да, да. И найти. Угу. И найти. Ну, книг много пришлось перечитать за годы учебы? Много. Там же задавали? Очень много задавали литературы. Пришлось много читать, но некоторые пришлось читать по диагонали. Потому что... Ну, времени не было. Времени не было. Какую-то часть литературы — это краткие содержания. Mm. Ну, в антологиях пришлось покопаться. Потому что не все. Но что касается древнерусской литературы, ну, над ней пришлось посидеть, конечно. Mm. Потому что очень сложно к пониманию, кто там кому приходится и так далее. О книгах, кстати. Вот на ваш взгляд, какие три книги должен прочитать каждый нормальный человек? Вот ваша первая тройка есть? Есть. Пушкин Евгений Онегин. Для понимания, что такое слог. Правильный. Угу. Вторая книга — это Шукшин. «Печки-лавочки» — это моя любимая. Не знаю почему, но мне нравится. И третье, вот несколько есть, сейчас я определю для себя, какая. Давайте тогда из зарубежных, да, «Полет над гнездом кукушки». Угу. Вот я бы эти три. Это ваш пьедестал такой. Да. А, кстати, есть книга, которую так и не смогли прочитать. Есть. Вот начинали и не смогли, есть. Например. «Война и мир». Вот так. Даже в школе я... Но в школе это, рано нам дают, это, мы не готовы. И еще. Я сейчас не готова, я прям не могу за нее взяться. А «Мастера и Маргариту» прочитали?
тоже так же сложненько, вот. Но я ее домучила. И я не смог, признаюсь. Вот реальность с удовольствием, где идет и реальность, я как-то вот там пролистывал, честно, признаюсь. Я «Войну и мир», я читала диалоги, это в школе. А все описания баталии и так далее, это все пропускала. Конечно, стыдно, но я не осилила. Вот бывает у каждого. У каждого есть такая. Да, такая тайная книга. Зритель мой, вот здесь мы поставим многоточие и продолжение нашего искреннего разговора о самом главном, о жизни, с министром культуры и национальной политики Амурской области Надеждой Драгуновой. Смотрите, пожалуйста, на следующей неделе. До свидания. Thank you.